Большой ряд мер социальной поддержки подготовили для первоклассников областные и муниципальные власти. В частности, единоразовые выплаты получат многодетные и малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. В Ленинском округе муниципальные власти сами будут участвовать в подготовке детей к школе. Старт акции дал глава округа Алексей Спасский. Он лично вручил двум будущим первоклассникам Денису и Дмитрию Авдоянам ранцы со школьными принадлежностями. Поздравляем с приближающимся 1 сентября. Прям вот видно, что посмотрите, даже руки. Готовность есть идти учиться? Да. Хотите? Да. Всего рюкзаки со школьными принадлежностями получат свыше 70 первоклассников. На территории округа вручение подарков проведут представители администрации и местного совета депутатов. Первые обладатели портфелей живут в городе Видное. Денис и Дмитрий скоро переступят порог 10-й школы. Очень приятно, прям в такое время. От государства такую поддержку получить, конечно, очень приятно. В рюкзаках находится все, что пригодится первоклассникам во время учебы. Канцелярские принадлежности, тетради, альбомы, краски для рисования, цветная бумага и подставка для книг.